на Патонге. Просто красотища. Food Delicious. А, тайская мода. Выглядит жилой комплекс. Это из окна шикарненький. Мы не унываем. А вон он. Картинка немного поменялась. Пляжу на Патонге. Если кто-нибудь когда-нибудь был на Патонге, то они знают, насколько заселен, насколько плотно здесь всегда лежали люди, загорали и купались. А сейчас, конечно, уже не те времена. Сегодня у нас 15 марта, и картина следующая. То есть, как бы, людей вообще нет. Это просто красотища неземная. Просто не зима, да? Блин, так солнце классно ложится. Потрясающий свет. Просто потрясающий. Food Delicious. Это спринг-роллы с креветкой и что-то там еще внутри есть. Это крокодайл. Да. Да, Евгений. А. Это скуби жареный. Тут у нас классик. Тут у нас винный пудер. Как видишь? Да? Стиль, мода, красота, лакшери. Это мода весна-лето 2022. Таиланд. Вот она, тайская мода. Значит, мы сняли вот в этом жилом комплексе апарты. Мы находимся сейчас на первом этаже. Это бассейн. Так, в принципе, выглядит жилой комплекс. Очень миленький. Это вот спортивный зал. Ну, и вот такой лобби. Их здесь несколько входов и выходов. Все очень симпатично. Открывается все по вот таким вот ключам. Угу. Так, вот так вот она у нас выглядит. Такой диванчик симпатичненький, столик, телек с полочками. А, тут у нас кухня. Все необходимое есть. А, холодильничек, приборчики. Вот такой вот вид из окна. Сейчас я открою. Вид из окна шикарненький. Я считаю, что шикарный. Просто симпатичный. Так. Ну, собака вон греется. Да, собаки греются, значит, экология хорошая. Mm. Собаки кайфуют, значит, мы тоже прикайфуем. Так, значит, это у нас бедрум. Кровать такая. Простите. Шкафчик. Такой приятненький. Вид. Бидончик прям супер. Это у нас ванна. Здесь свет включается. Вот свет включается. Вот такая вот ванна. Туалет. Тудем-сюдем. Все вот так вот. Четенько. Все начищено. Квартиру сдали с клинингом. Класс. Ой, мы приехали на пляж Бангтао. Это северный Пхукет. Вот так вот, собственно, выглядят виды. И сейчас мы приблизимся вплотную к самому берегу. Это вот отельчик на первой линии какой-то. Так, что у нас тут? Море волнуется раз, море волнуется два. Сегодня был ливень ужасный. Вот, наверное, поэтому такие большие волны. Но мы не унываем, поскольку у нас сегодня выходной, завтра тоже будет выходной, но мы завтра потратим его весь на переезд. Поэтому сегодня вот нужно будет как бы наслаждаться вот этим. Так,
такую погоду, обратите внимание, что управляет еще отлично. Нет. А где он? Смыло? Ой, его смыло. А, вон он. Вон, точно. Ой. Ну давай, мужик, ты справишься. Давай, плыви. У тебя все получится. Тру-труи. Или там была акция, две покупаешь, а одна в подарок. Картинка немного поменялась. Фон бассейна. Вышла во двор. Работа кипит. Я киплю на солнце. Бассейн журчит.